Привет, смотри, что попало в руки. Как-никак, а камера вполне-таки и очень себе современная. Это у нас Fuji XH1, то есть XH1, вот, XH1. Короче, камера, ну, полупрофессиональная, профессиональная, такой сегмент достаточно хороший. Это у нас APS-C системная камера. Но посмотри, как, кстати, объективчик покажу тебе. 50-140 2.8, шикарный объектив. Но сейчас не про него, сейчас в первую очередь про камеру. Камера вообще заряжена полностью. В плане того, что все практически, что надо управлять, оно вынесено. Ну вот спереди, как мы обычно, автофокус у нас вон там, вон, управление. Ручной, там постоянный, одиночный, вспышечку можно вот сюда подключить. А вот, функциональная клавиша. И дальше управление, вот колесико одно, и колесико сзади другое, все как у Никонов. И даже клавиша включения вот здесь, вот она как у Никонов, под большим пальцем, очень быстро и удобно. Плюс под большой, под указательный палец выставлена, вынесена клавиша установки коррекции экспозиции вообще. То есть, в принципе, эта камера вот так вот по компоновке, она не студийная. Это камера для полей, репортажная камера. У тебя все очень удобно, как у Никонов. Не надо никуда выкручивать большой палец для того, чтобы что-то там подправить. Дальше. Дальше то, что мы видим сверху, это просто невероятно. Во-первых, у тебя здесь есть полное управление экспозицией. Просто вот этим вот колесиком. Невероятно. Режимы съемки, опять же, вынесены отдельным вот таким вот кольцом, который управляется. Понятно, горячий башмак. Дальше у нас в выдержке опять колесо. Опять же, двигаешь, крутишь, у тебя все работает. Внизу у тебя замер экспозиции, установочка. Опять же, никуда в меню лезть не надо. Кнопочка подсветки дисплея, я так понимаю. И у нас, в общем-то, сверху все. Сзади. Сзади абсолютно 100% профессиональная штука. Там, где надо. У нас есть вот это AEL, то есть это у нас, как это называется, лог фокуса и экспозиции. Там, где он привычно в обычных камерах. Включение автофокуса, дальше у нас вот здесь вот колесико. Ну и дальше идут, как обычно, у нас функциональная клавиша, вот такой вот джойстик. Все лучшее, что называется, здесь собрано и из Canon, и из Nikon. Менюшка, клавиша меню, вот клавиша управления дисплеем, и вот слева у нас рядом идеально просто просмотр, удаление, все вообще, никаких лишних движений, ничего. Дальше давай посмотрим на камеру чуть-чуть, так вот возьмем ее, что тут плюс, что тут минус. Ну, из, вот, во-первых, с этим объективом она тяжелая, но камера сама легкая, объектив тяжелый, вот. Дальше, что мне так не очень в мою руку, мне достаточно тяжело ее держать, потому что вот этот вот снизу хват, он маленький. Поэтому я обычно беру вот мизинчиком чуть-чуть вот так вот. И от этого мизинчик всегда болит. Поэтому мне вот это не нравится. Дальше вон еще одну кнопочку нашли, view mode. Не знаю, что это такое. Вот, камера очень легкая по сравнению с профессиональными другими камерами, что, конечно, очень хорошо сказывается на уставаемости и работоспособности. Вот, а в целом, вот с этим объективом, это вполне-таки рабочая, профессиональная репортажная камера. Там свадебку снять какую-нибудь вполне-таки можно. Вот такая вот сегодня у нас такая, так сказать, находочка. Спасибо большое за то, что позволили посмотреть. Фоточки тестовые сделаем, скинем, наверное, уже в отдельное видео. Но сомневаться, что будут достойные, не приходится. Вот. Ну, естественно, подвижный дисплей. Тут он на защелочках и все такое. И, в общем, наверное, все, что я хотел показать об этой камере в этом коротком
обзоре. Так что тестовые снимки впереди. Ну а сегодня спасибо за внимание. Пока.